Ну что, прощаю, улица Никольская. Остается чуть больше часа до начала матча Франция-Хорватия. Мы идем в метро и двигаемся в сторону Воробьевых гор фан-зоном. Время минут 20, наверное, 15 до начала матча. Здесь вот на входе опять объявляют, что фан-зона переполнена. Сейчас люди будут всеми правдами и неправдами искать, как туда проникнуть. Есть еще один вход, сейчас туда мы попробуем пройти. О нем многие знают, а многие, наверное, все-таки нет. Что происходит, что-то кричат в мегафоны, лошади какие-то. Мы пока стоим, не можем попасть еще внутрь, смотрим футбол вот так. Не, сейчас будет бить. Открывай, закрывай пока. Стоим на месте, молодые люди. 1-1. Субашич. 2-1, 2-1, да, забил. Ну, наконец, прорвались. Но первый период подходит к завершению. Парень, спасибо ему, хоть посмотрели. Голы. Народ бежит, торопится. Hi guys, Croatia or France? Croatia. 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 France or Croatia? Francia. Francia. Да. Okay, France or Croatia? Croatia. Russia. Опасный момент. Французы закрывают дверь. 3-1 Франция повела. Кто-то расплыл, кто-то рад, кто-то за хорватов, кто-то за французов. We'll be right back.
сократили отставание до двух мячей. Просто какая-то фантастика сейчас произошла. Дополнительное время, последние секунды матча. 4-2 Франция ведет, и похоже это все. Французы готовятся праздновать победу. И французы, и в том числе здесь, на Воробьёвых горах. Франция чемпионы. Дождь просто стеной, сырые аргентинцы, французы и все вообще. Французы чемпионы, вот так вот радуются все. Они получили кубок, такой ли. Мехико каброне! Вива Мехико каброне! Вива Мехико!